Санкт-Петербурга, это, конечно, не обсуждается, это масса. Вот по улице Горького я скучаю. И так звучит хорошо, Горький скрит. Совсем другое сразу настроение. Не говоря уж о том, что хороший же писатель. Извините, отвлеклась. Мы продолжим эту тему. Не переключайтесь, это серебряный дождь. А, это опять Никита. Так он всю программу ее и называл. Надо всего. На голубом глазу. Людмила Борисовна только в самом конце ее поправила. Не выдержала уже, наверное. Мне тоже не понравилось эти. Меня называли Люси Грин или Гран. Естественно, 125 раз мы прослушали про то, как сообщать помог Путину. Это не потому, что Нарусова говорит одно и то же, потому что ее спрашивают одно и то же, чтобы вы правильно понимали оценки. Он работал в ДДР, и после краха Берлинской стены он вернулся в Ленинград, и какое-то время вынужден был на заработанные... заниматься, подрабатывать, потому что семья, двое детей, и потом устроиться работать в университет. По-моему, он занимался работой с иностранными студентами. Mm-hmm.